Любители трэча и индюшатины, тут один здоровский канал, который жаждет вашей подписки. Дуся Продакшн. Ролики на любой вкус с невероятной частотой выхода. И это с учетом, что канал просто завален видео. Вы всегда найдете что посмотреть. Так что если я вас заинтересовал, скорее в описании. Там будет ссылка, не теряйте момент. WhatsApp. Я тут с братом играл в трон, ну и в общем мы убили последнего босса. Правда, генераторы ломать не стали, как я понял, это нужно, чтобы войти в цикл. Кроме того, еще и кучу персонажей открыли. Это, конечно, все очень хорошо, но самое важное, что сейчас будет живая озвучка. Так как некоторые писали, что не хватает эмоций в роликах, да и вообще все по шаблону идет. Тут я не могу не согласиться, так что готовьтесь к занудству. Приветствую всех, наверняка сейчас была какая-то заставочка, где я объяснил чё да как, и я повторяться не буду, поэтому просто начнем. В общем-то, да, персонажи дохера, и стоит попробовать за рогу поиграть, наверное. И насколько я знаю, пушка у неё, да, это девушка, пушка у неё тоже довольно необычная. Ну а это, я так понимаю, негативная особенность персонажа, то что постоянно что происходит. Так, чувствую, сейчас придется заново начинать. Дробовики я люблю, так что заберем. Вот эта херовина, как я понял, она восстанавливает заряд, и я могу делать его вот так вот. Выглядит очень эпично, вот только не совсем понимаю смысл в этом. Чё по урону? Пистолет или дробовик? Пускай будет пистолет. Хотя лучше возьму все-таки дробовик. Так, окей. Больше патрон. Повышает скорость атаки, когда становится мало хп. Реген патрон. Ну тут, по-моему, самое лучшее это первое, хотя я могу ошибаться. Но по моим таким впечатлениям, по пользе, мне кажется, все-таки первая мутация была самой лучшей. Так, как-то быстро босс. Надо... А, у меня даже заряда нет. Они убили босса? Я даже не знал, что так можно. Не, чувствую, я далеко не дойду на этом персонаже, он довольно какой-то сложный. Так, ну здесь первая мутация имбовая очень, потому что трупы начнут улетать очень далеко и убивать других монстров. Я понятия не имею вообще, что комментировать и... Мне очень непривычно этим заниматься, но что поделать. Эмоции хотят. Ну давайте, ребята. Хотели эмоции, получайте. Может, хилки с кого выпадут? Нет, я просто умер, да, шикарно. Отвертка. Вот, кстати, помню, писали в комментах насчет отвертки, типа, потому что есть золотая, есть обычная, как я понял. И золотой, насколько я понял, можно завести машину. Однажды даже получилось завести ее, и я что-то открыл, правда, уже не помню, что конкретно. А второй раз, когда я взял отвертку, у меня не получилось завести машину. Рина скин, пускай будет. Хотя там и последняя мутация была очень классная. На восстановление патрон. Я так немножко уже прошарил, чё-то как, благо мутаций не так много, как предметов в Айзеке. Да, я должен был упомянуть про Айзека хоть раз. А, я же могу двойной выстрел делать, еще и туплю. Вот арбалеты я вообще не беру. Стоило бы, наверное, мышка плюс клавиатура играть, а не геймпад, но, блин. Хочется мне подержать геймпад, за сосочки его подергать. Чё тут у нас интересного? Хрень, хрень. Вот эта штука хорошая. Она мало того, что притягивает ништяки, так еще и увеличивает количество радиации на один. Не знаю, насколько это много, на самом деле. Не, лазерный пистолет, конечно, хорош, но мне кажется, по одиночным целям. А вот дробовик он прямо уешит конкретно. Вот, кстати, люк к черепашкам-ниндзя. Но мне его взорвать нечем сейчас. Вот знаете, даже не могу сказать, что вдвоем легче играть, потому что делить патроны и хилки постоянно приходилось, и вечно у кого-то были проблемы с боезапасом, поэтому играть было не очень классно в некоторых моментах. Ну вообще, конечно, намного веселее и интереснее, но что поделать. Сейчас я один, да и комментировать одному проще. Тронную задницу возьмем и будем делать по 4 выстрела, по-моему. Чего? Что-то я сейчас не понял. Окей, ладно, давайте вот это последний разочек, наверное, и сейчас я точно запотею. Ну, что за херня? Чего? Боже, ну хватит. Все, точно, последняя попытка. Как он вообще меня убил? Где он прятался? Я чуть не понял. Все, вот сейчас я точно сосредоточен на соточку прям. На трон идем. Угу, понятно. Я почитал комментарии и понял, как работает эта мутация, и на самом деле она очень крутая. Так что беру ее теперь при каждой возможности. Если кто не в курсах, то когда враг наносит тебе смертельный хит, то есть у тебя 2 хп, а он тебе нанес 5 урона, в любом случае персонажу остается 1 хп. Ну, так перерывчик взял на несколько дней, и все, сразу разучился играть. Я, конечно, и не умел, но все равно. Всяко было лучше, чем сейчас.
Что это такое? Я дальше третьего уровня еще ни разу не дошел. Блин, огнемет, вот, если честно, как по мне, наверное, самое бесполезное оружие в этой игре. Я ни разу не видел, чтобы кто-то с ним бегал или... И сам его, в принципе, никогда не использовал особо. Попробовал один разочек, по-моему, умер и забил. Может быть, зря, может быть. Да и, в принципе, разновидностей огнеметов очень мало. Говно. Говно. Хороший, хотел сказать, предмет. Нет, мутация хорошая, но у меня нет энергетического. И вот эта штука, да, ну опять возьму и опять умру с ней. Надо к трупам приглядываться, а то опять встанет какой-нибудь парень и ударит меня своей клюшкой или чем он там бьет. Возьмем вот эту херню. Однажды эта штука помогла выиграть даже забег. Сейчас заценим дробовик. Я, кстати, первый раз его опять же нашел. По-моему, годная штука. Патроны продыхают очень быстро, но, блин, главное не взорваться. А то это я умею. Все, пакеты. О-хо-хо, сколько всего. Флаг кэнон. О, вот это годная штука. Еще бы попадать. Подозрительно, нет кристаллов. Ага, ну я понял. Вспомнишь говно, вот и оно. Не, флаг кэнон шикарная штука. Черт. Это было неожиданно. Не-не-не-не, радиация. Черт, все просрал. А, лапка или реген хп? Пожалуй, лапка. Тихо-тихо-тихо. Боже, какое дурацкое оружие. Я его только нахваливал, а теперь его дурацким называю. Перезарядка люто долгая, я нифига не попадал. Ну нет, блин. Дробовик, вот. Дробовик надо было другой взять. Не, дробовик какой-то не очень. Сейчас заценим дробовик. По-моему, годная штука. По-моему, годная штука. Опять мимик, это я уже понял. Мне бы хилочку одну. И вообще было бы все идеально. Пошел к черту. Радиация энергетическая. Даже не знаю, что взять. Сейчас довольно сложный босс будет. Похер. Что это было? Босс же на этом уровне, точно? Да-да-да, я его уже слышу. На. Буду его с пушки, короче, мочить, она много урона наносит. Что это такое? Вы тут откуда взялись-то? Не-не-не-не-не, живем, живем. Да хватит спавнить их. Хилка, 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 это отлично, это очень хорошо. Мне его даже убивать нечем. Ладно, пушка должна быть, в принципе, хорошей. На, все, изи, изи. Он еще и взрывается при смерти, то есть я сейчас мог сдохнуть. Выкинь машину. Ты зачем ее подобрал? Вот так-то хорошо. Ну, это уже лучше, чем дойти до третьего уровня и умереть. Вот этот уровень, правда... Ой-ой-ой-ой-ой. Что это было вообще? А вот здесь дробовик очень даже ничего. Кстати, не знаю, что эти мобы... Охереть. И чё мне теперь делать с такими хп? Я не знал, что он взрывается. Нужно какое-то нормальное оружие. Определенно. Боже, отстань. Ой, какой спаун отвратительный-то, а? Я, пожалуй, в домик. Хорошая способность. Вот, реально хорошая. Вот за кристалл, в принципе, здесь довольно легко на этом уровне. Потому что все вот эти патроны, они... Ну, даже не то, что отражаются, они просто парируются. Я сейчас синоним сказал, да? Короче, они просто исчезают. А, боже, 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 боже. Я перестарался немножко, но ладно. Если бы я не мог ломать стены, я бы определенно до сюда не дошел. Я бы уже умер на прошлом уровне, наверное. Там какая-то очень интересная винтовка выпала, которая, по-моему, до хрена патрон жрет. Я даже, наверное, поднимать не буду. Умри уже. Так. Я потихонечку свое укрытие как-то сломал взрывами этими. О! Не понял. А, это пуха, которая невидимыми стреляет. Блин, отличное оружие. Ага, я где-то просрал нормальное оружие, понятно. Где я умудрился просрать тот лаунчер, который невидимыми выстрелами стрелял? Он был просто шикарный. Все, короче, я сейчас умру. Я уже готов. Я готов умирать. Все, подальше, короче, стоим. Так проще уклоняться. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. У меня патроны кончились. У меня патроны кончились. Фак. Блин, как же тупо. Просто патроны кончились.
Как я умудрился взять два лаунчера? Ну ты что мне с этим делать? Откуда у меня патроны на этот лаунчер? Ничего не понял. То есть на один лаунчер у меня нет патрона, а другой патроны есть? Ладно, в любом случае, спасибо за просмотр и... Пишите в комментах, чё да как, новый формат. А я почитаю и сделаю какие-то выводы. Никого не послушаю, но выводы сделаю. Peace.